В российской столице приземлился спецборт МЧС с детьми из Донбасса, которые нуждаются в особой медицинской помощи. 16 маленьких пациентов. Кто-то из них подорвался на растяжке, кого-то ранило осколками от снарядов. В Донецкой и Луганской областях врачи сделали все, что могли, в тех условиях, что они оказались. Теперь за дело возьмутся лучшие московские медики, в распоряжении которых самое современное высокотехнологичное оборудование. И сами дети, их родные верят, что врачи смогут помочь. Он у нас подорвался на растяжке. В нашем городе получил травму глаза, множественные осколочные ранения по телу. Сейчас глаз у нас не видит. Ну, конечно, хотим помощи от ваших столичных врачей. Нам обещают, что они здесь очень хорошая медицина, так как у нас она на нуле сейчас. Ждем хорошего результата и выздоровления, как минимум. Перелеты дети перенесли нормально. За их состоянием следили врачи и психологи. После приземления пациентов развезли по разным столичным клиникам.